Привет, Шкодоводы, сегодня поговорим о кроссоверах. Вы все знаете, что у Шкоды топовый кроссовер – это Кодиак. Но не все вы, наверное, в курсе, что у Кодиака есть версия Лаурин энд Климент. Это флагманская версия, это шик и блеск Шкоды. Все то, что в обычной версии Шкоды Опса или Допы, у Лаурин энд Климент – это база. И даже больше – обилие хрома, специальные диски, ЖК-приборка, топовый двигатель. На картинке все красивое. И вот Лаурин энд Климент перевезли в Россию. И какова же цена этой прекрасной модели? 3 477 508 рублей. Вы немножко ошарашены, это мягко сказано. Вы готовы заплатить такую цену за вашу любимую Шкоду? Пишите мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пообсуждаем.